Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Очень интересная для всех нас тема «Переход в пятое измерение. Коллективное сознание человечества». Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы переходим к разговору о коллективном сознании человечества. И начнем мы с его энергетической составляющей. Коллективное сознание человечества представляет собой совокупность энергий всех людей, проживающих на Земле, их усредненный уровень. Но поскольку население вашей планеты энергетически очень разношерстно, то энергии на ней распределяются неравномерно. Так, небольшие духовные островки, где проживают люди с высоким уровнем сознания, перемежаются с огромными территориями, где царит настоящий энергетический хаос и где преобладают энергии самых низких вибраций. Все это идет в общую копилку коллективного сознания человечества. Но ситуация усложняется тем, что одновременно на Земле существует и коллективное сознание рептилоидов, которые за многие века проживания рядом с человеком оказывали на него огромное влияние, в результате чего их коллективное сознание буквально внедрилось в коллективное сознание людей. Происходило это постепенно и сейчас достигло своего пика. Чем отличается коллективное сознание рептилоидов от коллективного сознания людей? Прежде всего, не свободой. Рептилоиды живут по определенным программам, изначально внедренным в их сознание, и не обладают свободой выбора. Человек же с его божественной душой обладает внутренней свободой, а значит и свободой выбора. Другое дело, что большинство людей об этом забыло. Почему это произошло? Только потому, что духовная сторона их жизни постепенно уступила место стороне материальной, что значительно понизило их вибрации. Кроме того, захватившие власть на Земле рептилоиды преднамеренно и целенаправленно делали все для того, чтобы подчинить себе свободную волю человека и превратить людей в послушную серую массу, которой можно легко управлять. Так, энергетически коллективное сознание рептилоидов и людей почти сравнялось в вибрациях. Энергетический перевес в сторону людей продолжался только за счет приходивших на Землю древних и светлых душ, которые наполняли мир божественными энергиями самых высоких вибраций, тем самым снижая концентрацию низких энергий коллективного сознания человечества и повышая его вибрации. Именно они год от года, век от века держали вахту на Земле, не позволяя человеческим душам оказаться в полном рабстве у захватившей их планету рептилоидной расы. И сейчас наступает решающий этап этого противостояния, для чего и был сброшен на Землю божественный десант самых древних душ и самых чистых душ, когда-либо существовавших во Вселенной. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему «Коллективное сознание человечества».